Дорогие соотечественники, часы отсчитывают последние минуты 1994 года. В эти мгновения мы вспоминаем прожитое, те радости и печали, те обретения и потери, которые связаны с ним. Эту новогоднюю ночь большинство россиян проведут в семейном кругу, друзьями и близкими. Такова древняя российская традиция. Ради такой встречи порой преодолеваются большие расстояния, чтобы простить былые обиды, чтобы освободить сердце от щемящей тоски по родителям. Рад за то, что вы встретились, вновь собрались вместе за одним столом, храните верность, великодушие и преданность друг другу. Согласие и счастье вам в наступающем году. Предновогодние минуты – это время надежд. Нет человека, который бы не хотел, чтобы Новый год был бы лучше прошедшего, чтобы ему улыбнулись счастье и удача, чтобы в наших домах были покой и мир. Пусть будут эти светлые надежды. Давайте вспомним сейчас и о тех, кому одиноко, кому не достает душевного тепла, кому не с кем разделить новогодний праздник. Я от всего сердца желаю им благополучия. Крепитесь, не падайте духом и обязательно верьте в лучшее будущее. Пусть наступающий год будет для вас добрым, пусть он принесет вам новые счастливые встречи. Я хочу, чтобы в этот момент мы вспомнили о нашем Отечестве, о нашей большой, прекрасной, великой России. Ей сейчас нелегко. Наверное, каждый из нас, где бы мы ни жили, остро чувствует это. Будем же беречь нашу страну, обустраивать и любить ее. Верю, что в наступающем году нам удастся сделать для России больше, чем уходящим. Мои новогодние поздравления тем, кто в это время несет службу, обеспечивает безопасность граждан нашей страны, охраняет ее рубежи, выполняет свой долг, может быть, рискуя своей жизнью. Даже в эту новогоднюю ночь помните, что вы служите России, защищаете Россию и россиян. Не везде в нашей стране сегодня мир. И, может быть, поэтому сейчас мы особенно остро чувствуем его ценность и значимость. Для меня нет более важной задачи в следующем году, чтобы восстановить мир и нормальную жизнь Чеченской Республики, Северной Осетии и Ингушетии. И тогда беженцы смогут вернуться к своим погасшим очагам. Не пожалеем усилий для этого. В эту новогоднюю ночь особо хочу обратиться к россиянам, живущим за пределами России, в странах СНГ и Прибалтики. Дорогие соотечественники, мы помним о вас. Делаем и будем делать все возможное, чтобы защитить ваши законные права и интересы. Дорогие друзья, через несколько мгновений наступит новый 1995 год. Возьмем в него самое доброе, все светлое, что было с нами в уходящем году, в тысячелетней истории нашей великой России. Пусть в наступающем году исполнятся все наши заветные желания, свершатся все замыслы, воплотятся в жизнь все начинания. Пусть невзгоды обойдут стороной нас и Россию. Прощай, 1994. Здравствуй, 1995.
1995 год. Праздником вас, друзья, новым 1995 годом. Напитков с новогоднего стола. Только один можно употреблять без всяких ограничений, не опасаясь нежелательных последствий. Этот продукт вам предлагает компания «Вимбельдант».